Можно подумать, что это нарезка из фильмов, но нет, это наша с вами родная Бурятия. Вы только посмотрите на этот шикарный вид. Надеюсь, картинка передает всю красоту этого пейзажа. Такое ощущение, что мы не в Бурятии, а в условной Норвегии. Но не тут-то было. Было всего 300 голов. Спустя время появился приплод в 250 ягнят. Как вы их подзываете? Есть ли какой-то? Мара, мара, мара. Ой, они сейчас нас не собьют? Могут, мамочки. Куда мы едем сегодня? А, мы едем в сторону... А это главная достопримечательность Санагии, одна из главнейших во всем Закаменском районе. Статуя Арьяабала – это главное божество милосердия в буддизме. И вокруг горы. Но вы сами посмотрите, это просто, ну, сногсшибательная красота. Вроде ты всю жизнь живешь в Бурятии, как-то не замечаешь всех этих красот, а сейчас прямо есть время все это рассмотреть. Очень красиво.